тот момент, который так ждали мы. Трудились недаром все эти годы мы. Впереди совсем уж нелегкий путь. Сердце стучит, все позади. Смелее же нужно вперед идти. Очень трудный, но с нами рискуем. Теперь оступать уже не причины. Мы вместе закончим, пути назад нет. Давайте докажем, что мы лучше всех. С вами скажу конкретно. Собрались у нас, главное дело вообще, музыкальный кот, это капустник. Мы готовились, готовились, но не готовились, да, потому что вас постоянно не было. Помните прошлые капустники? Нормально. Что происходит? Что это? Да, все помню. Ну, помню, да. Надо удивлять. Удивлять надо тромбонами. И не только. Как всегда, тромбон всему голова, говорила моя бабушка. Давайте свининку пожарим на сцене. Может быть, пора обязанности рассказать? Все-таки да, пора уже. Духовики, мои любимые, я вас очень уважаю. За настроение. Улыбка, все как положено. Пианисты? Серьезно, только серьезно. Другого никак. За бубнёж. Катя, ты ответственна. Нет, бубнёж, бубнёж. Романтики? Хоровики? О, музыковеды, за то, что вы есть у нас. Артёмка! Артёмушка, ты куда? Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Почему ты... опоздал. Я зубрил. Ну как зубрил? Учил близко к тексту, да.
да, пересказывал. Музыкальный Жирадо. Ясно, как всегда, да, Артём? Конечно. Не стыдно тебе? Чё это, мне должно быть стыдно, Константин Валерьевич, я по горло. По горло, всё, ясно, хорошо. Артём, твоя задача, ты как опоздал. Если ты помнишь, ты у нас музыкальный парень. Финальная песня за тобой. И только за тобой. Хорошо. Ладно. Спасибо, уважаемый. А Сергей Геннадьевич, вы где? Пошли трамбон расскажу. То, что ушел. Господи, когда это уже закончится? То им учи, то им играй, то еще им финальную песню думай. Господи, закопаешься. А, господи, боже мой. Так, Скрябин. Вот с экраном это херово. Ну видишь, как они... Они за мной. Скребин. Сашкин. Да. Опа! Стоп! Что произошло? Кто я? Что я? Я только лишь мечтатель. Эх, ни сна, ни отдыха, чизоидной души. Ни сон не шлет отрады и забвений, и Глебова глубокое вдохновение. Так, я забыл. Доры-дороги. Си-ми-фа-ми-фа-ре-си-до-си-до-ре-си-ре-ми-ре-ми-до. У меня микрофон где? Так, стоп. Ты находишься в моем сне. Мне не нравится, как ты разбилась на самолете. Так, давай еще раз. Давай. Больше драматизма. Ну это уже гротеск. Ну это слишком. Мы же интеллигентные люди. Так, давай. Еще раз. Вперед. О, другое дело. Ну что ж, давай знакомиться. Я... Кто ты вообще, прежде всего? Хотя столько надо. Синий. Не говори. Я знаю. Ты летчик. Правильно. А ты знаешь, кто я? Ну, нет. Не знаю. Доры-дорами. Все, поняла. Я тебя узнала. И славно. Знаешь, я вот за свою жизнь очень много путешествовал по разным... планетам. Господи, какой чертовщины я только не видел. Пойдем. Я тебе расскажу. Покажешь свои планетки? Thank you.
Знаешь, я однажды путешествовал тоже еще по-разному, в другим планетам. Вот знаешь, моей целью жизни было поиск Розы. И вот однажды я путешествовал по планете, без практики, и искал себе учеников. Ну и в общем, наблюдай, как это все было. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь рыбкой в море, и к теандрам я на дно заеду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Детям уже рано надо изучать сольфеджио, ты что? Я тебя не понимаю. Господи, слушай, я, кажется, тут не подрасчитал, на самом деле холодно будет. Штанишки замкнул. И как-то пробирает. Слушай, вообще в планах у меня дальше было тебе показать планету Трубадуров. Трубадуры? Что? Трубадуры. Слушай, вообще Трубадуры, на самом деле, такие дети, они все постоянно что-то дудят в свои дудки. И поэтому из-за конденсата на их планете постоянные осадки и большая влажность. А что же делать, я в дудку взяла? Так, прежде всего, давай разберемся с транспортом. Нужно отсюда уехать, тут реально холодно. Сейчас я вызову такси. Вас приветствует такси Максим. Да быстрее уже! Здравствуйте, можете это забрать? Тут холодно. Конечно, ожидайте. Мы такси ждем. Сейчас будет. Хорошо. Ядрёна, колотушка. Танцуй, танцуй. Я слышу зарубить, я изрядно потусил. Поступаю проще. Еду. А мы с нашими ребятками-духовиками подготовили вам номер. Так долго его готовили. Хочется рано, рано. Мы так долго его готовили, готовили и наконец-таки приготовили. Ну что, духовики, выходим. Звезд эстрадных ни на шаг не отстаем. Мы без всякой фонограммы лучше всех вас играем. Пам-пам-пам, а Костя молодец. Почему же в нашем классе ни одной девчонки нет? Никогда мы не узнаем этот медников секрет. Пам-пам-пам-пам, а Костя молодец. Аллергия, зубы ноют от конфет. Догадался бы хоть кто-то, что хочу кабриолет. Пам-пам-пам-пам, а Алла молодец. Как же может быть
такое, это что же за секрет? Есть девятки, есть десятки, а вот знаний нет и нет. Пам-пам-пам-пам, Никита, молодец. Не ходи по коридору, не стучи ботфортами. Заходи в 69-й, постучим на форте мы. Пам-пам-пам-пам, Ларима, молодец. Я не знаю, как мне быть, сколько можно мучиться. Я хочу детей учить, да они не учатся. Пам-пам-пам-пам, Михай, слышь, молодец. Разбился пока.
Лётчица! Лётчица! Алло! Господи, куда она пропала? Так, ладно, черт с ней. Знаете, вот, был я как-то еще на одной очень интересной планете. И знаете, в чем ее специфика? Жители этой планеты искусно умеют играть на струнах нервов. Вот, сейчас вы все увидите, собственно. Здравствуйте, ребята. Не боимся, садимся. Ну что, как дела? Занимались вместе, играли? Да. Точно. Ну, покажите, а вы разыграны? Да. Нет, да. Давайте настроимся. Все-таки надо, да. Ну, давайте. Начнем. Я пошла пить чай, там вы занимаетесь, чтобы я пришла, все было готово. Мой дорогой друг, я устал от этого. Слушай, я предлагаю что-нибудь сыграть нормальное. Это вообще было чики-пуки. Хорошо, давай. Быстро. Даник, успокойся.
I was afraid. I was petrified. I'm thinking that you will be alive with me all night. And I know what to do. Da da da. Da 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 da. And you're so bad. From outer space. I don't know what to do with you. I should have changed this to the clock. I should have made you leave your cage. I just don't know. I don't know what to do. Серьезно? Да, пошли, узнаем, как они разрулили эту ситуацию. Серьезно? Ну давай, постой.